55 номер. Здравствуйте. Добрый вечер. Винхам. Так, Шемит Владимир, правильно? Да. Винхам Дубай Марина. У вас автобус номер один, пожалуйста, проходите прямо. С правой стороны находятся наши автобусы. Спасибо большое. Ваша компания удивила сегодня уже не один раз. Скажите, а где покурить можно? Покурить можете либо в 20 метрах от меня, и либо за автобусом там можете покурить. Ну, где возле автобуса там... За автобусом. За автобусом. Да. Это прям за автобусом... Ну, опять-таки же, метров 20, там вам надо будет отойти от автобуса. Ага. Не, ну просто серьезно, знаете, ну, да, можно покурить. Я не хочу платить деньги за то, что я курю. Конфеты Вау, а ну покажи на камеру, что тебе подарили? Кто тебе подарил? Join up. Друзья, в общем, смотрите, значит, если вы берете с собой самокат, это уже не первый раз у нас, в Турции тоже нас проверяли, в общем, тут тоже... На сканере, значит, взяли, посмотрели, что-то не то, что-то, какая-то базука есть в чемодане. В общем, ну, вскрыли, посмотрели, без всяких вопросов, никаких нюансов, ничего. То есть, наоборот, поощряют, то есть, улыбнулся, сказал, типа, молодцы, что приехали с самокатом, вот. И идем на автобус. На автобус какой, Марина? Номер один. Хорошо, что хоть ты запомнил. Я ничего не запомнил. Шутка. Ощущения какие? Так, друзья, прилетели вечером после 6 часов по местному времени. Есть небольшой ветерок, то есть будет комфортнее в кофте, реально, то есть. Значит, что еще? Все легко в аэропорту, но снимать нельзя. Поэтому, друзья, все, что я вам снял, все удалили сотрудники безопасности. Слава богу, удалили, камеру не забрали. Так что мой вам совет, не снимайте все-таки в аэропорту. Могут забрать камеру. Возможно. Так, вот мы пришли уже на стоянку, где находятся все автобусы. Тур операторов, и мы ищем свой автобус номер один. Номер один. Так, это два, это три. И там где-то номер один. Yes, oh. Отходите, пожалуйста. Да. У вас получается, едете вы у нас... Винхам. Винхам. Все отлично, добро пожаловать в Объединенные Арабские Эмираты. Вот, пожалуйста, завтра у вас встреча с Ханабеком, 17:00 в ресепшене. И его номер, WhatsApp, Viber. Okay. Любые вопросы к нему. Thank you. Да. Сумки, пожалуйста, к нему, он вам поможет. И проходите внутрь. А покурить можно где-то? Покурить, да. Вон там урна есть. Там урна, да? Ага, хорошо. Спасибо. Так, друзья, значит, идем курить. Курить тут нужно обязательно как бы очень аккуратно и никуда не выкидывать бычки, кроме урны, потому что за это вы можете заплатить штраф около 500 дирхам, по-моему.